Мозырь. Покупатель устроил дебош в магазине. 50-летний мужчина, рабочий местного производственного кооператива, пришел к самому открытию, когда продавец начала обслуживать первым не его, устроил скандал, а вскоре и вовсе набросился на работников магазина. На агрессию те ответили по инструкции, заперли входную дверь и нажали тревожную кнопку. На записи видно, как другие покупатели безучастно наблюдали за избиением женщин. Приехавший на вызов наряд департамента охраны МВД действовал более решительно. Дебошира задержали и доставили в РОВД.